И вечный бой, покой нам только снится. Под этим девизом живет большинство энергетиков. Их работу нельзя назвать сезонной. Правда, на летние периоды выпадают самые большие объемы трудозатрат. Расчистка просек высоковольтных линий от деревьев и кустарников – почти 800 гектар. Замена поврежденной изоляции – более 6 тысяч. Противопожарные и другие мероприятия, которые оказывают непосредственное влияние на безаварийную работу сетей. В данный период выполняются работы по расчистки просек ВЛ 500 киловольт, осуществляющих связь энергосистем Хакасии и Кузбасса. В частности, ВЛ 500 киловольт Саяно-Шушенская ГЭС Новокузнецкая. Хакасское предприятие магистральных электрических сетей идет в авангарде федеральной сетевой компании. Подстанция «Алюминиевая» в 2010-м признана лучшей в своем классе напряжения. Хакасское предприятие дважды становилось первым среди 40 таких же во всей компании. Естественно, с победителей спрос. Поэтому коллектив ХПМС всегда во всеоружии. Успешно прошли паводковый период, подготовились к сезону гроз и высоких летних температур. И практически круглогодично заняты повышением уровня надежности сетей. В этом году впервые мы выполняем мероприятия по повышению надежности линии электропередач в местах с пересечениями с электрифицированными железными дорогами, где выполняем устройство крепления сдвоенных гирлянд. Сегодня у энергетиков ХПМС праздник. Кто-то встретит его на верхушке высоковольтной опоры, другие под ЛЭП с бензопилами в руках, третий за баранкой спецтранспорта, четвертый за рабочим столом над картой электросетей. Но несмотря на это, поздравительные слова звучат сегодня для каждого, кто связал свою трудовую жизнь с федеральной сетевой компанией. В юбилейный день федеральной сетевой компании хочется поздравить всех энергетиков, которые вносят свой неоценимый вклад в обеспечении надежности электроснабжения, пожелать всем безаварийной работы в первую очередь, здоровья, удачи, которая нам необходима в нашей трудной деятельности. Ну и счастья